В канале магазина Android 55 mi55.ru. Сегодня у нас распаковка Android TV Box X96 Max Plus. Это будет версия 2.16, 2 гигабайта ОЗУ, 16 гигабайт флеш накопитель. Коробки TV Box. Сейчас посмотрим на его исполнение. Фронтальная часть скрывает индикатор. Его сейчас не видно. С левой стороны разъем USB 3.0, разъем USB 2.0 и слот для microSD карты. С правой стороны ничего нет. И сзади у нас разъем для питания, подключения питания 5 вольт 2 ампера, оптический SPDIF выход, HDMI разъем, разъем Ethernet для подключения к сети, разъем аудио-видео выхода и очень редкий разъем для датчика инфракрасного порта. Так, снизу у нас резиновые ножки для установки на скользкую поверхность. И есть два отверстия для крепления на стену. Что интересно, данное устройство у нас поступило опломбированным. Есть TV-боксы, у которых пломб нет. Данная модель имеет пломбу. Маркировка, кому интересно, TTTV Box, Android Player, модель X96 Max Plus. Давайте посмотрим, что еще идет вместе с вместе с TV Box. HDMI кабель, блок питания 5 вольт, 2 ампера. Вот такой вот пульт дистанционного управления. Здесь у нас могут быть установлены две батарейки LR03. Здесь есть клавиша управления меню, клавиша назад, клавиша, включающая эмулятор мыши. На экране появляется курсор, его можно передвигать стрелочками. Громкость. Здесь продублированы два раза. Интересно. Кнопка настройки, контекстное меню, Home и цифровая клавиатура, а также кнопки управления плеером. Также имеется пользовательский мануал. Здесь есть упаковочный лист. Изображено то, что вы видите в комплекте. Есть такие вот интерфейсы подключаемые, интерфейсы для подключения устройств. И такая дополнительная информация. Процессор, значит, Imlogic S905X3 с четырьмя ядрами Cortex A55 и сопроцессор графический G31.
что делает эту модель достаточно перспективной и востребованной на рынке. Поддержка 8К видео, 8К 60 Гц, до 60 Гц. Так, 2 гигабайта в версии 2 гигабайта, сеть 10-100, в версии 4 гигабайта, сеть до 1 гига, мегабит, до 1000 мегабит. Это про Ethernet. Про Wi-Fi Single Band 2,4 ГГц, в версии 4 гигабайта 2,4 или 5 ГГц. И имеется еще Bluetooth. Android 9.0 с поддержкой функции обновления через OTA. Ну, наверное, все. По распаковке мы закончили. Теперь будет первое включение, но это уже в следующем видео. Спасибо за внимание. До свидания.